И снова Ульяновск горит. Два крупных пожара с небольшой разницей во времени случились на разных концах областного центра. Накануне вечером загорелись сараи и гаражи на Балтийской в Левобережье. Спасателям пришлось вскрывать металлические двери гаражей. Огонь уничтожил все строения на площади в 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Более крупный пожар произошел сегодня ранним утром на Локомотивной. В начале 5-го здесь загорелось здание склада. Общая площадь составила 360 метров, от МЧС привлекалось 56 человек и 15 единиц техники. На помощь пожарным незамедлительно прибыли специалисты системы ликвидации чрезвычайных ситуаций, сотрудники пожарного надзора. УльГЭС обесточил горящее здание, Ульяновскводоканал обеспечил необходимый напор воды. Дорремстрой выделил 2 поливомоечных автомобиля для оперативного подвоза воды. В общем, с огнем боролись, что называется, всем миром. И не только тушили, вскрывали металлические двери и решетки. Для предотвращения распространения пламени резали кровлю, вместе прокладывали пожарные рукава. Совместными усилиями из горящего здания удалось вынести 20 газовых баллонов. Из-за сильного задымления ГИБДД пришлось перекрыть движение транспорта. Возобновили его в 7:30 утра. А открытый огонь был ликвидирован в 8:13. Жертв и пострадавших нет. Причин пожара выясняется.